Год назад здесь был пустырь. Теперь вместо рытвин – огороженная стоянка. В Химках открыли парковку для жителей вблизи жилых домов по улице Кирова. И ее появление – результат слаженной работы застройщика, администрации и самих жителей. На нашем земельном участке с кадастровым номером 37, где ведется строительство жилого дома, ранее располагались незаконные гаражи, у которых не было документов на землю. Чтобы избежать конфликтов с людьми и комфортно сосуществовать, совместно с администрацией было принято решение выполнить работы по этой парковке. Сейчас на парковке свежая разметка и будка для охраны. Провели освещение, установили камеры видеонаблюдения. На эти работы застройщик потратил собственные средства и уже передал ключи от новой стоянки бывшим владельцам гаражей. Мы создали рабочую группу вместе с администрацией и включили в нее представителей инициативной группы, которые принадлежали гаражи, которые находились на этом месте, и начали вырабатывать пути решения вопроса, чтобы люди смогли получить на легальной основе новые парковочные места. Скоро на парковке планируют установку навесов, чтобы уберечь автомобили от дождя и снега.